В Донецкой области будут отстреливать диких кабанов. Они являются разносчиками африканской чумы. Об этом сегодня говорили на заседании чрезвычайно противоэпизоотической комиссии в Донецке. В этом году в Украине уже был зарегистрирован случай выявления инфекции. 5 января на территории соседней Луганской области нашли труп дикого кабана, зараженного африканской чумой. Отстреливать животных будут для того, чтобы не допустить распространения вируса в нашем регионе. Домашний скот пока уничтожать не планируют. Краснолиманский район, это Артемовский район и районы, которые граничат с Российской Федерацией, будут проводить мониторинговые исследования на африканскую чуму в дикой фауне. Будет производиться диагностический отстрел дикого кабана и исследоваться на данное заболевание.